городском округе начался осенний призыв на военную службу. Пройти медкомиссию должны более 800 призывников, среди них и Леонид Шилин. Твердое решение пойти в армию он принял еще давно. Парень хочет служить в воздушно-десантных войсках. Я хочу пойти в армию, потому что у меня вся семья военных в третьем поколении. Вот. Посему хотел бы продолжить эти традиции, пусть даже на срочной службе, но все-таки. Перед получением повестки каждый призывник должен пройти медицинскую комиссию. Парней осматривает хирург, терапевт, невролог, стоматолог и окулист. Читаем, какую строчку снизу видим? Если у медиков будет подозрение, что у призывника проблемы со здоровьем, его направят для прохождения дальнейшего обследования. Ну а после медкомиссии предстоит выяснить, какой тип войск больше всего подходит призывнику. Для этого существует специальный тест. На его основании определяют психическую устойчивость будущего солдата. От армии хочу получить опыт в жизни. Просто, мне кажется, она даст достаточно опыта, что за год можно будет информацию принять, как за лет 10 просто в жизни. При выборе места будущей службы учитывают пожелания каждого призывника. И большинство из них выбирают служить рядом с домом, в Московской области. В настоящее время ребята проходят медицинское свидетельство, уточняются документы воинские, проходят профессиональный отбор в армию. После прохождения медицинской комиссии парни получают повестку и их отпускают домой. У призывника будет несколько недель, чтобы собрать вещи и настроиться на новый этап жизни. И уже 27 октября Леонид вместе с другими парнями поедет отдавать долг родине.